жителя планеты. Но такие, как мои, нет на белом свете. Они такие классные. Ну, короче, вы все сейчас увидите. Оксана Владимировна, если бы вы были на месте Пифагора, какую бы вы теорему придумали для детей будущего? Для детей будущего теорему, наверное, знаешь такую знаменитую. Квадрат усердия прибавить квадрат любознательности, и обязательно будет квадрат успеха в жизни. Спасибо вам! Поздравляю вас с Днем Учителя, чтобы всегда у вас в классе царила гармония, успех и любознательность. Анатольевна, скажите, пожалуйста, какую вы видите школу в будущем? Школа в будущем, по моему мнению, должна характеризоваться наличием учеников с высокими моральными качествами. Что я имею в виду? Когда проводится урок, ученики должны приходить раньше, просить домашние работы побольше и еще требовать контрольных работ как можно чаще. Кроме того, я считаю, что ученики в будущем не очень должны расстроиться отсутствию учителя на уроке, и даже более того, они должны провести его на высоком уровне, даже без присутствия учителя. И я надеюсь, что все-таки в будущем это свершится. Вот так. Спасибо вам, поздравляю вас с ближайшим днем учителя и пожелаю вам здоровья и счастья. Спасибо. Михайловна, скажите, пожалуйста, какой вы видите школу в ближайшем будущем? Наташенька, я хочу, чтобы в будущем в школе обязательно предметами были уроки эстетики, уроки театрального искусства, ораторское мастерство, хореография, чтобы наши девочки росли принцессами с хорошими манерами, а юношам бы я предложила больше уроков физкультуры, трудового обучения. Будут дети здоровы. Спасибо. Поздравляю вас с ближайшим днем учителя. Спасибо, Наташенька. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, сияло солнце ярче, чем на водах.